Очень. Ребят, это он ворон надо мной кричит. Уместно я нашел вот этот вот противопожарный, значит, вот этот какую-то полосу, которая здесь пробурена. По ней можно идти по тенечку, потому что там центральная аллея, а вот вдоль УЭП. По ней мы еще с тобой походим, но не сегодня и не завтра, потому что жара. А еще раз тебе напоминаю один из важнейших принципов. Блин, его надо бы на камеру взять. Ну а что в итоге? В итоге, ребята, состояние абсолютной лени, абсолютного не то, что путь по течению, а путь по течению, как просто труп, который по воде плывет, труп животного, если он вообще плывет. Ну да, вроде бы плывет. Или как какой-то чурбан. Просто. Просто обычно люди, как бы сказать, плывут по течению. Они там все-таки что-то шебуршат. А у меня желание ничего не шебуршать. Как я уже неоднократно говорил, впасть в анабиоз. Это мне очень свойственно. Я, в общем, уже впадал в анабиоз. Правда, не надо. Не так, чтобы сильно надолго. Но. Ладно, сейчас мне надо дойти до дома. Перевести дух. И надо дотянуть до вечера. Ребята. Дотянуть до вечера. И вечером станет полегче. Стемнеет, будет прохладно. Все как всегда, короче.